Всем привет, с вами Елена. Сегодня готовлю салат из красной капусты. Берем красную капусту и нарезаем тоненькими полосками, то есть шинкуем. Красный лук по вкусу. Лук и капусту нужно сразу посолить. Так хорошо руками перемешиваем с солью, чтобы у нас капуста выделила сок. Ну и то же самое лук. Тогда у нас салат получится сочным. Все, пока убираю в сторону, попробую. Морковь нужно натереть на терке. Эту терку покупала в Алиэкспресс, вообще неудобная, постоянно так выходит. Листья салата, вот такой пучок. Сюда же. Тут у меня укроп и петрушка. Оливковое масло примерно 3 ложки, ну или по вкусу. Гранатовый соус. Так по вкусу. Выжимаем сюда сок лимона. Далее все это перемешиваем руками. Ну вот и все, вот такой вкусный и полезный салат мы с вами приготовили. Надеюсь, рецепт вам понравился. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч!